16 финно-угорских языков в одной книге. В Ханты-Мансийске презентовали сборник одного стихотворения «Заглянув в свою ладонь». Это произведение югорского автора Аллы Иштемировой-Посоховой. Его перевели на разные языки, даже такие редкие, как жорский и водский. Это, можно сказать, погружение в мир многонациональной югры. Автор сама представитель обских угров. Стихотворение с призывом чаще заглядывать внутрь себя она написала 9 лет назад. Произведение югорченки публиковались и ранее, а вот издать книгу решила впервые, к тому же такую масштабную. Проект объединил более 30 человек. Это художники, поэты, журналисты и переводчики. Из Югры, Коми, Мариэл, Мордовии, Удмуртии, Пермского края, Санкт-Петербурга, Венгрии, Эстонии и Финляндии. Поднесу ладонь я к сердцу. Слышу, милой мамы, песню. Слышу, лодочка плывет. Слышу, как играет опять. Чувствовала это единство, когда все стали друг другу помогать, когда откликаются. Я ведь никому не известный автор, и я совсем не планировала выпускать в этом году, во всяком случае, книгу. И в этот раз у нас книга все-таки выходит, но она... так скажем, непланово, она выходит в знак благодарности всем участникам, которые откликнулись. Такие проекты, как у Аллы, это способствует сохранению языка, популяризации языка, поэтому я просто в восторге и с удовольствием писала предисловие к этому изданию, поэтому я ее поздравляю.